Привет, котолюбители! Довольно часто мне задают вопрос, от чего прививать кошку? На данный момент есть 4 заболевания, от которых желательно прививать кошку. Полейкопения, герпесвирус, кальцивироз и бешенство. Обязательно прививайте свою кошку от всех 4 заболеваний, если у вас дома есть собаки или другие животные, гуляющие на улице, или если ваша кошка периодически гуляет на улице. Прививка от бешенства – это обязательная прививка. Без нее могут даже отказать в приеме в ветклиниках Украины. Полейкопения – это смертельный вирус, который поражает организм кошки, приводит к разным последствиям. Обычные симптомы – рвота, зловонный понос, апатия, отказ от еды и воды. Смерть от этого вируса наступает в течение 3-5 дней без лечения. При своевременном лечении риски смертности практически нулевые. Герпесвирус – это респираторное заболевание, выражающееся выделениями из носа, глаз, чиханием, поражением роговицы глаз. Кальцивироз поражает дыхательные пути кошки и выражается в язвах в ротовой полости, выделениями из глаз и из носа. Бешенство – это смертельное заболевание, опасное для человека. Все эти заболевания, кроме бешенства, успешно лечатся. Но они очень заразны. Поэтому лучше предупредить и минимизировать риски заражения. Наши любимцы под нашей опекой и ответственностью. Не бросайте их в беде и отнеситесь к их здоровью с вниманием. Ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы узнать больше котофактов. Мяу.